Хорошо. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Дины. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Дины. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех присутствующих в этой комнате. Вы можете звать меня Лесь. Лесь. Приветствуем вас, уважаемый куратор. Вы куратор или учитель? Лесь? Я куратор. Приветствуем вас, уважаемый куратор Лесь. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной Дины. Убрали все, что ей там мешает. И остались 10 вопросов, которые она хотела бы вам задать. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Да, именно для этого я здесь. Я буду стараться, отвечая понятно и конкретно. Я благодарю вас. Начиная с первого вопроса. Откуда моя душа? Ты плеядянка, скопление плеяд. Твой родной дом и твои родные энергии. И на этом месте мы приветствуем представителя плеяд. Мы очень рады вашему присутствию в нашей комнате диагностики. Благодарю вас за этот прием. Можем идти дальше? Пожалуйста. Второй вопрос. Какой уровень моего высшего я? 10 переходит на 11 уровень. Благодарю вас. Третий вопрос. Но я думаю, мы уже в процессе чистки на него ответили. Почему меня мучает сильный шум в ушах? Интерференты, конечно, внесли свою лепту в боль и шум, но есть еще кое-что позади этого. Тебе нужно сгармонизироваться, твое поле разбалансировано, и источник энергии, который приглушал дракон, распределяется в твоей плоскости, создавая шум. Тебе же нужно сонастроиться с энергиями плеяд. Этот шум пустить в сонастройку, как вибрационный канал, не оставляя внутри себя эти вибрации. Использовать их для гармонизации, налаживания связи с плеядами и энергиями плеяд. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Лесь. Следующий вопрос, четвертый. Какие мои главные блоки, которые мне мешают развитию моей души? Сомнения и страх. У тебя нет смелости внутри развиваться. Ты всегда думаешь, как ты будешь выглядеть со стороны. Нет внутренней уверенности в себе и понимания того, что ты делаешь. Это и есть твои блоки. Ты жаждешь развития, но постоянное сомнение внутри тебя и страх, что скажут другие люди, чужое мнение создает определенные блоки. Какая-то зависимость от чужого мнения? Да. Все, что делается, не делается из любви к себе, не делается изнутри, делается из интереса и информации снаружи. Этим теряется глубина знаний, и, соответственно, поверхностность этих знаний – это не та мотивация, с которой развивается. Это, безусловно, чужое мнение вообще не должно интересовать, если речь идет о своей душе. Это и есть блоки. Хотел немножко развернуть для Дины этот ответ. Благодарю вас. Вы хотели добавить что-то еще? Нет, ты все правильно заметил. Я лишь отвечаю на конкретный поставленный вопрос. Все правильно. Итак, пятый вопрос. Какие мои таланты, которые мне нужно использовать? Знание, кто ты, и накопленный опыт не должны мешать тебе, а наоборот, поощрять твою душу и интерес к знаниям и развитию. Ты должна из глубины, из любви к себе делать и изучать интересующий тебя материал, посвящать себя
и время этому развитию. Искать глубину того, что ты хочешь поменять или попробовать, понимая изнутри каждое действие. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. Сколько кармических узлов я прошла и сколько еще осталось? Ты прошла 4. Остался 1. Благодарю вас. Следующий вопрос. 7. Какой мой самый яркий опыт в прошлых воплощениях? Это на ваш выбор, уважаемый куратор Лесь. Какую жизнь вы захотите посмотреть в архиве? Вы куратор на эту жизнь, безусловно. Но, может, вы ее любопытство сможете удовлетворить. Я не понимаю вопрос. Про какой объект идет речь? А ну вот в том-то и дело, она не указала. Вот, она считает все воплощения вместе. Давайте возьмем последнюю жизнь, я так полагаю. Меня интересует какой-то яркий момент в прошлых воплощениях. Мы не можем говорить о всех воплощениях, их было бесчисленное количество у души. Поэтому может сконцентрироваться на последнем воплощении и посмотреть, кем она была, где жила, чем занималась. Как вы решите? Хорошо. Отвечая на этот вопрос, перед воплощением на Землю было присутствие на Плеядах, получение определенных энергий. Плеяда – это то место, где мы расслабляемся и питаемся родными энергиями, вспоминая свою осознанность и весь накопленный опыт. Так мы становимся гармоничными и полными, полными знаний и памяти. Отсюда мы планируем следующее воплощение. Также было спланировано воплощение на Земле для прохождения определенного опыта. Это было то, что ты делала перед воплощением на Землю. Я также расскажу об одном из воплощений на Земле, чтобы полностью ответить на этот вопрос и избежать непонимания. Ты воплощалась в азиатской стране, работала с малых лет, мальчиком была рикшей. Судьба свела тебя с буддийским монахом, который забрал тебя в один из буддийских храмов на Тибете, где ты стал образовываться, изучая строение человека, математику, нумерологию, астрономию, и стал достаточно образованным мужчиной, оставаясь жить в монастыре, обучая новые души, требующие знаний. Смирение, спокойствие, гармония и улыбка никогда не покидали тебя. Какие это года? 1723. Благодарю вас. Очень интересно. Вы хотели добавить что-то, уважаемый Лесь? Нет, здесь нечего добавить полезного. Все было сказано. Все гармонично. Благодарю вас. Очень интересное развитие души от рикши до учителя для других душ. Замечательный прогресс. Если позволите, я перехожу к следующему вопросу. 8. Какие практики мне надо использовать, чтобы быстрее развиваться и развивать свою чувствительность? Это интересный вопрос. И я хочу вернуться к твоей прошлой жизни. Все, что я произнес, включая улыбку, шло изнутри. Ты была наполнена знанием, спокойствием и силой. Изнутри. Именно эти практики тебе нужно развивать, чувствовать изнутри. Самое простое – это визуализация, которую нужно развить, представляя свои энергетические центры, наполняя их энергиями. От визуализации ты перейдешь к чувствительности. Со временем ты начнешь чувствовать, как энергия заполняет каждую твою чакру, переходит в руки и с определенной вибрацией находится, я бы сказал, исходит из тебя. Начни с цветов. Попробуй прочувствовать энергии внутри себя, входящие через макушку твоей головы. Подними вибрации,
Представь, как в каждой чакре вибрации увеличиваются. Ты можешь представить их как бесцветный или же цвет чакры диск расширяющейся энергии и вибраций. Это самая легкая практика, которая поможет тебе развить визуализацию и, соответственно, чувствительность, прочувствовать энергии и вибрации для начала. В дальнейшем ты будешь прислушиваться к себе и понимать, что тебе чуждо, что тебе интересно, а что тебе очень важно. Изнутри понимать. Тебе не нужно будет, чтобы кто-то подсказывал или говорил. Твоя душа, она научится сама понимать и чувствовать. Ты можешь заняться этим прямо сейчас, прислушавшись к своей душе и ответить на самые свои простые вопросы. Душа поведет тебя и укажет путь. Благодарю. Благодарю вас. Девятый вопрос. Как вы относитесь к праноедению? Надо ли мне это развивать? Это как раз то, о чем я только что говорил. Тебе не нужно слушать со стороны. Любое питание, вегетарианство, веганство, жидкое питание, праноедение имеет свой смысл. И тело должно позвать, само дойти до этого и указать, что ему нужно. Послушай свое тело и действуй из любви, а не из страха или совета. Это то, о чем я говорил. Тебе нужно глубоко изучить эту тему и внутри понять, спросить свое тело. Ты можешь делать любые эксперименты, которые тебе интересны. Но, еще раз говорю, они должны быть изнутри, из любви, а не из страха, что кто-то увидит, что ты съела рис или еще какой-то продукт вместо праноедения или порошка. Такого страха не должно быть. Ты должна слушать тело и доверять ему. Если тело хочет, попробуй. И ты сама поймешь, нужно тебе или нет. Потому что вместе с изменением тела происходят изменения осознанности, смирения. Определенные каналы открываются, и биоробот переходит на другой уровень очищения. Поэтому это не важно, как я отношусь или кто-то другой. Это твой биоробот, твоя жизнь, и ты вправе экспериментировать и слушать тело. Но делать это не из страха или совета, а изнутри, с любовью, слушая свое тело. Благодарю. И я благодарю вас, уважаемый куратор. Лесь, остался последний, десятый вопрос. Какой был бы ваш самый важный совет для меня? Я бы хотел активировать плеядианские энергии и рассказать немного о них. Плеядианские энергии, они яркие, немного густые. Поэтому, наполняя свой стержень энергиями плеяд, со временем ты почувствуешь их глубину и устойчивость. Мой главный тебе совет будет заключение того, что я уже сказал выше. Слушай себя, слушай твое сердце, слушай свое тело и делай свои практики из любви и желания наполнить себя знаниями и чем-то новым. Будут ли это эксперименты или какие-то, я имею в виду над биороботом или знания души. Ты должна понимать, что ты делаешь. Глубинно понимать, а не хватать что-то и испробовать на себе. Поищи информацию, сравни альтернативу. Попробуй, поизучай. Но ты должна понимать, что ты делаешь. И делать это от сердца. Это мой самый важный совет. Находясь в гармонии и понимая, что ты делаешь, это принесет определенные плоды пользы.
Если же ты пуста и не понимаешь, как тебе действовать, не слушаешь свое тело, не спрашиваешь свою душу, а просто из интереса на подсознательном уровне делаешь шаги, ты можешь навредить себе и своему биороботу. Поэтому прислушайся и сделай свой шаг гармонично со своим телом и душой. Изнутри это не эгоизм, это самонаполнение и проявление себя, своей души и желания изучать. От такого изучения будет толк. А теперь я благодарю вас за эту встречу. Одну минутку, уважаемый куратор Лесь. У нас есть в этой комнате диагностики очень добрая традиция, которую нельзя нарушать. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Я чувствую, что у вас был опыт на Земле, и вы отлично знаете жизнь на Земле. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и самыми сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешения уважаемого куратора Лесь, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за его помощь, ответы своей подопечной и просто на добрые воспоминания. Шикарный подарок, да, я с удовольствием заберу его с собой. Напоминание о нашей встрече очень приятное. Благодарю вас. Передавайте, пожалуйста, на этом месте привет моим родным плеядам. Мы будем очень рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать все преграды, которые мешают развитию. Откроем эти двери, в которые они дальше уже пойдут сами. Несомненно, я запомнил все, что вы сказали. Благодарю вас, уважаемая Лесь. Желаем вам всего наилучшего. Я говорю, до скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Дина. Мы закончили встречу с вашим куратором Лесь. Вы получили все ответы на свои вопросы? Да, очень интересные ответы. Я буду прислушиваться. И прорабатывать обязательно. Их надо несколько раз. Совершенно верно. Все верно. Отлично. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Дины в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.